Привет, брат. Здорово. Что ты? Да ничего, домой еду. А мы на Канце. В Пензу. На чек. Гарден. Гарден. Дядя, здравствуйте. Я вас не слышу, правда, но здравствуйте. Он сказал привет. Бля, братан, я в наушниках и типа, бля. Опа, стараюсь. Док. Док, как дела? Хереси, да. Слушал 21 Savage альбом? Лежа. Лежа, йоу. Лежа, брат. Брат. Ты лагаешь, пиздец. Эльси, да. Да ничего, Славик залагал и все, трансляция залагала. Я сегодня в GTA не буду играть. Я ночью купил МК и Fallout 4. Вот, еще хочу Last of Us купить. Но сегодня не получится вообще ни в чем поиграть, наверное. Альфа Индастрис. Кто может мне в GTA Online денег закинуть? Добавлю в друзья, буду с вами катать. Да не, сонный просто. А я плойку купил только со вчера, по-моему. Немного сюжетки прошел и в онлайн поиграл. Потом что я Don't Strafe поиграл. Hotline я скачал, но не поиграл. В NFS поиграл минут 5. Ну, короче, такое. Потому что не выспался. Да не. Просто сложно просыпаться всегда. Я не хочу покупать Crysis. Тем более вторую устаревшую игру.
Я почти на Origins купил, но еще дорого. Я в Харькове сейчас. Да, Маша скоро выкатит. Не знаю, через сколько даже. Она еще дома, вроде. Я вот от нее выехал. Я подъеду часам к 6. В смысле, сколько стоит купить 808? Двадцать два.